Хотите питательный сытный завтрак? Легкий обед или ужин? Тогда приготовьте эти нежные, сочные ПП-маффины. Они могут стать замечательной закуской к небольшому семейному застолью или выезду на природу. С добавлением вкусовых акцентов в фарш можете смело экспериментировать. Добавляйте любую сушеную или свежую зелень. От укропа до базилика. Все, что любите. Рассказываю, как приготовить куриные маффины ПП. Куриный фарш, 500 грамм из филе. Помидоры 2 штуки. Яйца куриные, 3 штуки. Сыр, 150-200 грамм, твердый. Чеснок сушеный, 1 чайная ложка. Соль, по вкусу. Количество порций 13-16. Подготовьте все необходимые ингредиенты. В фарш из куриного филе добавьте сушеный чеснок, посолите по вкусу и перемешайте. В силиконовые формы выложите на 1/3 подготовленный фарш. Затем выложите слой нарезанных мелким кубиком помидоров. Яйца взбейте вилкой с солью и полейте сверху на помидоры. Сверху добавьте натертый на мелкой терке сыр. Поставьте маффины в разогретую до 190-200 градусов духовку на 20-25 минут. Блюдо готово. Приятного аппетита!